Ребята, всем привет! Значит, что у меня сегодня готовится? Как я говорила, готовлю фаршированный перец. Я обычно его, конечно, тушила либо в скороварке, либо в кастрюле. Но поскольку у меня такой большой кастрюли нет, они у меня в среднюю не вмещались, я их тушу здесь. Значит, перцы почистила, приготовила фарш. Индейка у меня, там лук, соль, перец и рис обязательно. Все, я начинила перцы фаршем, залила горячей водой, положила томатную пасту, потому что помидоры мы сегодня доели, а в магазин с 10 до 12 ходить нельзя, поэтому не было возможности у меня даже купить и помидоры. Руслан варит клубничное варенье, видите, начался сезон осенний, весенний. И так что-то мы любим варенье, знаете, вот именно клубничное. И что еще? Здесь я пеку. У меня был немножко творога, 2 яйца. Добавила я муку и шкурку апельсина, ну, которая продавалась. И не знаю, что из этого у меня выйдет, получится ли у меня какой-то кексик. В общем, я решила сделать. У меня было просто немного творога. Посмотрим потом. Открывать не буду, иначе он просто упадет. Ой, ребята, я вам не показала, что у меня получилось, потому что, знаете как, все дома, Милена дома, Руслан дома, и у меня тут и работа, и решался этот вопрос с проведением у Милены занятий. Все, что осталось от пирога, вот, и видите, он какой получился. Он у меня, значит, вот так поднялся, вот так. И мы пошли в магазин, Милена следила за пирогом, я немножко убавила. И он потом раз и осел уже все. Потому что я позвонила Милене, сказала, выключи пирог. Все, видите? Надо было добавить больше соды, чтобы он был таким вот немножко рыхлым. Перец пошел на ура. Все любят этот фаршированный перец. Это такая, знаете, летняя еда. То есть мы привыкли все время делать этот фаршированный перец. Остался, наверное, одна штука осталась, да? Ну вот, из всего того, что я вам показывала, остался один перец. Большой, надеюсь, самый. Завтра мы его будем с Миленой дербанить и есть напополам, потому что это очень вкусно. Что я еще сегодня купила? Была сегодня в мясном магазине, я взяла скаб. Беру такой небольшой, чтобы это было с маленькой свинки. Фарш мне наделали фарша. Из этого, из индейки. И наделали. И медальоны я взяла тоже из индейки. Я взяла вот такие штуки. Ленивые вареники. У нас называются ленивые вареники. Но я-то прочитала здесь только то, что здесь творог. Да? Сколько там написано? 35% творога. Но я первое слово «земняки» не прочитала. И они, оказывается, с картошкой и с творогом. А я думала, что они только с творогом. Представляете? Вот завтра будем варить и будем пробовать, что это. Ну, вы мне уже к этому времени, наверное, точно напишите, вкусно это или нет. Купили Милене вот такую шляпу, она просила на Хэллоуин. А ну, примерь. Она все... Ей никак не получается этот... Я этот праздник терпеть не могу, вот честно вам скажу. Который год я ж ей все запрещаю его праздновать, это же не христианский праздник, да? И я ей все запрещаю. Тут и коронавирус, и хорошо, что его как бы и запретили отмечать. Только поэтому... на один год. Ну, посмотрим, что будет на следующий год. Я ей купила из этого всего только шляпу, чтобы у нее была только шляпа об этом празднике. А все остальное ты мне распечатаешь. Ладно, в общем так. Значит, у нас не получилось подключиться к уроку школьному сегодня, потому что у нас не было пароля. То есть у нас был пароль, но он не работал. Я утром позвонила учительнице и все ей сказала. Она сказала, не переживайте, не волнуйтесь, если сегодня на занятиях Милены не будет, ничего страшного. Она говорит, я завтра вам все пришлю, и уже завтра у вас будут занятия. Поэтому я надеюсь, что завтра будет. Потом
Я встретила соседку, у нее дочка учится с Миленой. И она сказала, было всего человек 10. То есть, получается, их было совсем немного. Не у всех получилось подключиться к урокам. Так что ничего в этом страшного нет. Вот. И, значит, вон пшенную кашу опять я варю. В кипятке ее вымачиваю, чтобы горечь вся сошла. И буду готовить. Ладно. Все, короткий влог такой сегодня. Устала я что-то. Руслан в ночь работает, поэтому на этой неделе не смогу я вам показать какие-то насыщенные дни и так далее, потому что после ночи человек устает, его лучше не трогать, а я, естественно, буду занята работой. Все, увидимся, пока.